Религия имеет колоссальное количество фактов, подтверждающих бытие того мира, существование души, существование Бога. Призывает, какой жизни-то потом здесь, вы подумаете. От чего все мы страдаем? От чего мы все страдаем? От чего все кризисы человеческие? Откуда они? Антропогенный характер. Вы посмотрите, как, что у нас нарастает. По какой причине? Падение. Падение человеческой нравственности. А почему она падает? А ничего нет. Никого нет. Я живу один раз. Бери от жизни все. Как вот не научились еще пришивать к себе 2-3 желудка, чтобы брать, да, и еще кое-какие органы, да. Вот еще не научились. Да. Только остается брать от жизни все. Сейчас наелся, и все, уже ничего не интересно.